Следить за порядком правоохранителям помогут казачьи дружины и частные охранные предприятия. За 2 часа до начала праздничных и религиозных мероприятий места их проведения будут проверять кинологи с собаками на наличие взрывчатых веществ. Об этом говорили сегодня на заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Оренбургской области. Учитывая, что на самом деле большие праздники и люди будут отдыхать, соответственно, будем организовывать дежурство на садоводческих кооперативах, значит, в социальных учреждениях, домах престарелых и так далее, чтобы проверять и контролировать ситуацию в отношении выполнения мер пожарной безопасности.